Ирина Дементьева очень любит читать и читает много. В какой-то момент она поняла, что ей не с кем обсуждать прочитанное, и решила поискать в Сарове книжный клуб, где она могла бы общаться с единомышленниками. Но ничего подобного Ирина не нашла. Тогда она сама предложила создать книжный клуб на базе библиотеки Маяковского. Руководство идею поддержало. Так начались первые читательские встречи. Читая книгу, мы пропускаем ее через свою психическую реальность. И каждая книга в каждом человеке отзывается по-своему. Обсуждая ее с другими людьми, не своими близкими, мы что-то узнаем о себе, получаем новый опыт. В книжном клубе участники выбирают одну книгу, читают ее в течение месяца, а потом обсуждают ее на встрече за чашкой чая. На сегодняшний день прошло 8 встреч. Участники клуба прочитали более 10 книг отечественных и зарубежных писателей. Книгу для чтения выбирают с помощью жребия. Предложить книгу может любой читатель. Мы пишем записочки, опускаем в специальный ящик и случайным образом выбираем. Нет никакой закономерности, это всегда какой-то неожиданный сюрприз и случай. Четкого регламента, что вот обязательно нужно высказываться, нет. Каждый приходит, мы общаемся и высказывается при желании. Если кому-то из участников по тем или иным причинам не хочется читать выпавшую по жребию книгу, то в качестве альтернативы всегда выбирают второе произведение. Читатели клуба обращаются и к современным писателям, и к русской классической литературе. Каждый согласился, что да, он согласен выйти из зоны комфорта. И, допустим, если будет общий выбор на клубе какой-то книги из того жанра или того автора, которого никак не получается прочитать, то, в принципе, готов для того, чтобы каким-то образом быть полноправным участником обсуждений, то есть выйти из этой зоны комфорта и прочитать. В ходе встреч книжного клуба также появилась идея организовать психологический книжный клуб по обсуждению книг по популярной психологии и родительский книжный клуб. Любители чтения собираются по четвергам раз в месяц. Следующая встреча состоится 19 октября в 18 часов в читальном зале библиотеки Маяковского. На обсуждении будут книги Лавкрафта «Зов Ктулху» и Энни Берроуз «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» для лиц старше 18 лет. Приглашаем вас, дорогие читатели, если вы любите читать, вы хотите поделиться своим мнением, прокачать свои коммуникативные навыки. Ждем вас на встрече. Светлана Ернова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.